В Шымкенте 15-летняя школьница забеременела и родила от родного отца. Об этом сегодня сообщили в городском управлении образования. По словам представителей ГРАНО, ученица 9 класса в мае этого года родила ребенка. Опекуном новорожденной стала мама школьницы. Дело до суда не дошло. Отец девятиклассницы покончил жизнь самоубийством. Несовершеннолетняя в мае этого года родила ребенка. Было это насилие или нет, мы не можем сказать. Этим полицейские занимаются. Сейчас младенца воспитывает мама школьницы. И это не единственное шокирующее заявление, озвученное сегодня на брифинге. В Шымкенте во время карантина покончил жизнь самоубийством студент. 15-летний подросток поругался с родными и решился на отчаянный шаг. Всего же с начала года в Шымкенте 7 подростков пытались свести счеты с жизнью. В прошлом году покончили с собой 3 школьников. Еще 3 ученицы забеременели, не окончив школу.